Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Сегодняшнее видео будет полезно не только всем любителям Clash of Clans, ну и также как-то не парадоксально для моего канала, но и тем, кто любит игру Clash Royale. Все дело в том, что мы в моей группе ВКонтакте, которая по совместительству является магазином, разыгрываем аккаунт Clash Royale, и можно поучаствовать абсолютно любому человеку в этом розыгрыше и выиграть аккаунт с 4 легендарными картами. Для этого необходимо зайти в группу ВКонтакте, ссылочку я, конечно, оставлю в описании к этому видео. А далее в самом верхнем посте, который закреплен наверху, написан перечень того, что вам нужно сделать. Это вступить в нашу группу, поставить лайк к данной записи, сделать себе репост, ну и, собственно, ждать. Ждать, когда у нас наберется в группе 3000 подписчиков. Естественно, это будет стрим, и в прямом эфире мы разыграем данный аккаунт и узнаем, кому же все-таки он достанется. Так что я думаю, что это довольно хорошее предложение, потому что розыгрыш абсолютно бесплатный, может поучаствовать в нем каждый. Самое главное – это выполнить все пункты для розыгрыша, и, возможно, именно вам улыбнется удача, вы выиграете данный аккаунт и сможете попробовать те самые деки, о которых уже давно мечтали, но не было нужных легендарных карт. Ссылочка на данную группу находится в описании к этому ролику сразу внизу. Ну а теперь мы плавно переходим к тематике сегодняшнего видео. Каждый ютубер, конечно, очень любит своих подписчиков, которые хвалят его творчество, которые внимательно следят за роликами, которые он выпускает, ну и, конечно, я тоже не исключение. Однако же я считаю, что те люди, которые не просто смотрят ролики, которые пытаются найти какие-то интересные вещи в самой игре, заслуживают действительно уважения. И как раз таки одним из таких подписчиков оказался Саша Родинский, за что ему огромное спасибо, потому что Саня рассказал очень много интересных вещей в самой игре и дал как раз таки вдохновение для создания этого ролика. Все дело в том, что он задался вопросом, как же получать больше гемов с ночной деревни, ведь там стоит очень много препятствий, которые мы с вами постоянно рубим. Иногда из них что-то выпадает, иногда нет, и наверняка есть какая-то закономерность в этом. Саша долго пытался найти какую-то взаимосвязь, как все это работает, по какому алгоритму, и нашел несколько интересных вещей. Сегодня я расскажу об одном алгоритме, который действительно работает. Мы это проверяли на большом количестве людей из моего клана, из моего альянса, просто ребят, кто решил помочь поучаствовать, собрать статистику. И давайте посмотрим все это дело конкретно на моих аккаунтах и на аккаунтах моих соклановцев. Когда мы с вами переходим на ночную деревню, я думаю, что каждый из вас видел статую, окруженную травой, и рядом с ней несколько елочек. Так вот, внимательно посмотрите вот именно на эту елочку, которую сейчас я рублю, потому что именно эта елочка всегда систематически в любое время дает вам 6 гемов. Это на самом деле постоянная акция, это не разовая ситуация, когда у вас то 6, то 0, то еще сколько-то. Нет, такое постоянно. И на самом деле такое происходит на всех аккаунтах, где есть эта елочка. Примерно по статистике процентов у 80-90 игроков эта елочка присутствует именно в этом месте и как раз таки дает те самые 6 гемов, о которых я сказала. Однако же есть такие игроки, у которых нет этой елочки, и тогда создается вопрос, что же делать в таком случае, когда этой елочки нет, что же рубить. Все дело в том, что насколько мы посмотрели по разным аккаунтам, у тех людей, у кого нет елочки, у них есть два варианта развития событий. Первый вариант — это вот такой пенечек, который находится в верхнем правом углу, сейчас обведен в кружочек. Именно этот пенек дает те же самые 6 гемов и действует абсолютно так же, как эта елка. И третий вариант развития событий для тех людей, у кого нет ни елки, ни пенька с правой стороны, есть еще елка в нижнем левом углу, именно вот эта, она также дает всегда 6 гемов. И теперь создается вопрос, в чем же еще есть интересная фишка в этой закономерности. А все дело в том, что и елка около статуи, и елка в нижнем углу, и пенек справа вырастают каждые 8 часов. И вот теперь давайте посчитаем. Если мы с вами рубим эту елку или пенек каждые 8 часов, то есть один раз в 8 часов, то за сутки мы с вами, получается, можем срубить их 3 раза. А 3 раза получить по 6 гемов, это получается 18 гемов в сутки. А теперь давайте помножим это все на неделю, и мы с вами при легкой такой алгебре сразу поймем, что это уже 126 гемов в неделю. То есть, по сути, при грамотном подходе к этой ночной деревне можно получать 126 гемов каждую неделю систематически, без каких-либо отклонений от этой нормы. Учитывая, что в ночной деревне все стоит очень дорого, я бы сказала, катастрофично дорого, и я думаю, что гемы никому из вас не помешают, и вот с помощью такой интересной закономерности вы можете проверить на своих аккаунтах и обязательно отписаться в комментарии к этому видео, работает или нет. Но, судя по всему, по тому количеству людей, на ком мы проверяли, не было ни одного человека, который бы мне сказал, что нет, Катя, не работает, я получил не 6 гемов, а что-то другое, либо же вообще ничего не получил. Таких людей
людей вообще не было среди тех, на ком мы, можно так сказать, проводили эксперименты. Хочу сказать отдельное спасибо всем ребятам, которые участвовали в этом соцопросе, которые помогли набрать статистику. А также спасибо еще раз Саше Родинскому за то, что он очень внимательно подошел к этому вопросу, дал идею ролику. И я думаю, что все-таки помог каждому из вас набрать чуть-чуть больше гемов, чем вы это могли до этого видео. Однако же на этом все самое интересное не заканчивается. Есть еще одна очень хорошая закономерность, которая позволяет собрать в два раза больше гемов с ночной деревни, чем это есть на текущий момент. Что для этого нужно сделать, как все это сделать, как все это дело работает, я расскажу в следующем ролике, если этот ролик наберет 500 лайков. Вам не сложно, ну а мне, соответственно, приятно. Всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы вышел второй ролик про то, как собрать как можно больше гемов с ночной деревни. Ну и, конечно, хороших вам войн. Пока-пока. We'll be right back.